Добрый день, наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы с вами приготовим сёмгу, запечённую с болгарским перцем и помидорами черри. Для этого нам понадобится 3 кусочка стейка сёмги, помидоры черри в количестве 7-8 штук, 3 зубка чеснока, половина лимона, порезанного на дольки, и 1 перец сладкий. У меня этот перец я беру замороженный, и поэтому беру где-то грамм 150-200. Приступим. Берем с вами форму для запекания и готовим подушку для нашей сёмги. Для этого я смазываю форму сливочным маслом. Вот так вот. Удобно рукой. Сёмга очень любит сливочное масло. И наш перец сладкий мы нарезаем кубиками. После того, как мы смазали нашу форму маслом сливочным, мы уложили слой перца. Его каждый может порезать как удобно. Я оставила в таком виде, как он у меня был замороженным. Вот так присыпаем потом чесноком. И присаливаем чуть-чуть наш слой перца с чесноком и нарезаем помидоры черри. Помидоры черри мы нарезаем в зависимости от того, каким они размером у вас. Если они небольшие, то мы нарезаем их на половинки. А если они большие, мы их нарезаем на четвертинки, вот как в моем случае. Укладываем наши помидорчики поверх слоя с перцем, с чесноком. Вот так. Слой помидор мы тоже присыпаем небольшим количеством соли. И сверху на помидоры мы выкладываем с вами четвертинки лимона. Сверху мы поливаем соусом. У меня гранатовый соус. Вы можете взять тот, который у вас есть. Можно и не брать соус. Но я считаю, что так будет оригинально. Достаточно. Теперь мы включим духовку, предварительно разогрев ее до 180 градусов, и приступим к нашей рыбе. Стейки нашей рыбы мы обсушили бумажным полотенцем, они должны быть сухие. Мы притрушиваем перцем. Я люблю вкус перца, поэтому не особо жалею его. Так. Присаливаем. Соли много рыбе не надо, так как у нас уже подсоленная подушка. Достаточно. И выкладываем рыбу аккуратно на нашу подушку. Наше блюдо собрано, готово, и мы отправляем его в разогретую духовку на 30-35 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. Наша рыба готова, мы ее достали из духовки, она там провела 31 минуту. И можно приступать к сервировке. Запах стоит необыкновенный. Наше блюдо сёмга запечённая со сладким болгарским перцем и томатами черри готово. Мы его можем подавать с отварным рисом. Приятного всем аппетита! Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех с весной! Готовить вместе!